Столичный автопарк до других европейских гульнев пополнить 28 электробусов новой модификации. Уже на наступном тыдне на городский маршрут их выведет троллейбусный парк номер 2. Должиня этой модели амаль удвоя кратее, чем у звычайного электробуса. Але именно за кошт меньшей ваги экотранспорт сможет на одной из зарадцы переодолеть до 30 километров. Это первая модель электробуса производства Белкунмаша односекционного вида. Данный электробус, он полностью построен на базе троллейбуса АКСМ-321. То есть механизмы дверей, кабина водителя. По договору поставки планируется получение 32 электробусов марки Е321. Агульная ж колькасць такога экатранспарту ў сталіцы да другіх еўрапейскіх гульняў дасягне 81.